Всем шалом, доброго времени суток. Попала ко мне в руки такая мексиканская матрешка. Почему матрешка, скажете вы? Это же вроде как сомбреро, чи как они называются, да? Ну, потому что это у нас вот так действует. Обалдеть, я сам в шоке. Наборчик такой коллекционный, серебра 925 пробы, очень симпатичная, от самой маленькой. Рисуночки какие-то, типа письмена майя. Немножко другая модель, она тяжелая. Другие рисунки. Мехико. Это, наверное, самая старенькая. Очень тяжелая. Это как жестяночка. Самая большая. Шикарно. Вот такой коллекционный наборчик. Осталось придумать, как его красивенько писать в квартиру. Всем удачи, шалом.